Продолжаю здоровье. Сегодня у нас обзор на ручную осколочную гранату М-37 французского производства. Сразу скажу, что как только попала она в руки, ее отличительной чертой оказалось то, что она очень легкая, то есть практически невесомая. И, конечно же, сначала показалось, что эта граната вообще учебная какая-то, потому что, ну, масса общей гранаты всего лишь 180 грамм. То есть даже не верилось, что такой вес у боевой гранаты. Но оказалось это точно. Вот, что нам еще о ней известно. Наступательная граната, как я уже сказал, корпус, который состоит из двух штампованных из листовой стали половин. Вот. Ее характеристики: масса гранаты 180 грамм. Масса заряда 90 грамм, длина ее 95 миллиметров, диаметр 60. Для сравнения, если мы возьмем ту же М67, то есть примерно вот они где-то даже одинаковые. Но тут 400 грамм, тут 180 грамм. То есть, понятное дело, очень такие характеристики у нее, будем так говорить, посредственные. Поэтому, вот, конечно же, маленькая, миниатюрная, как и все французское. Поэтому вот такой вот у нас обзор. Да, еще радиус поражения у нее всего лишь 5-7 метров. Вот, время замедления 4-7 секунд. И возможный радиус поражения максимально у нее 10-12 метров. Поэтому очень и очень скромные показатели. Так что вот такой вот маленький обзор, как и маленькая граната. Желаю всем хорошего дня и... Все буде Україна. На все добре.